Добрый вечер, в эфире выпуск новостей, в студии вместе с вами Егор Матаев. И прямо сейчас коротко о главных темах выпуска. Россия находится в ситуации преддверия новых вспышек COVID-19. В чем причина, расскажем через несколько минут. Крещенской купели на речном вокзале в Барнауле не будет. Об этом на расширенном совещании сообщил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков. Подробности в выпуске. Сегодня работники средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник – День печати. О чем рассказывают журналисты и каких принципов придерживаются, расскажем далее. Россия находится в ситуации преддверия новых вспышек COVID-19. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. Праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране. Это спокойно не только нас. Президент подчеркнул, спутник ВИ – самый эффективный препарат против коронавируса и его штаммов. Нейтрализация вируса очевидна, и, конечно, нужно наращивать вакцинирование. Вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что омикрон выявлен у 698 россиян. Большая часть заболевших зарегистрирована в Москве. Также отмечу, что по данным на 12 января в Алтайском крае зафиксировано 123 178 инфицированных COVID-19. Из них 105 804 человека выздоровели. Тяжелобольных 379 пациентов. На аппаратах ИВЛ 180. Продолжаем выпуск. Массовый расстрел лошадей в Петропавловском районе оказался не первым подобным случаем убийства животных. Наша съемочная группа встретилась с владельцем табуна. Выяснилось, что фермер намерен начать собственное расследование. Подробности у Елены Самариной. Да я не могу, ребят. Они мои члены семьи были. Глядя на расстрелянных лошадей, мужчина не может сдержать эмоций. Николай Дроков посвятил этим животным 11 лет своей жизни. Из 68 особей в табуне осталось только 15. Зверское убийство произошло, когда кони находились на свободном выпасе. Кобылы и жеребята получили по две пули в область сердца. Материальный ущерб составил почти 5 миллионов рублей. Но дело не в деньгах. Ну, главное найти вот эту мразь. И чтобы эта зараза не распространялась, понимаете, это сейчас не найдем, завтра страшнее будет. Потому что это все безнаказанность. Завтра он пойдет, может, кому-то коров перестреляет или, не дай бог, людей начнет отстреливать. Убитых животных обнаружили местные жители и сообщили об этом владельцу табуна. Кто совершил зверское преступление, Николай не знает. Конфликтов с односельчанами у фермера не было. Это подтверждают односельчане. Возможно и такое. Я вот не слышал, чтобы он с кем-то там какие-то были у него разногласия, что-то с кем-то. Возможно, кто-то и побаловался просто. Может, те же охотники какие-нибудь молодые. К нам же приезжают много сюда охотников-то и отовсюду. По факту массового убийства лошадей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение чужого имущества». Создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники следственного управления, уголовного розыска, а также экспертно-криминалистического центра «Главка», которые окажут помощь петропавловской полиции. Расстрел лошадей в Петропавловском районе происходит не впервые. Прошлым летом жертвой аналогичного преступления стал другой фермер. Убийцу животных так и не нашли. Тоже застрелили. Ну, все это безнаказанно осталось. 7 голов было расстреляно. Расследование громкого преступления взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. А Николай Дроков тем временем намерен провести собственное расследование. С помощью металлоискателя мужчина намерен собрать пули, которые мог обронить преступник, и не смогли найти в снегу полицейские. Так фермер попытается вычислить убийцу животных. Елена Самарина, Михаил Лифуншан, Евгений Андреев. Новости.
И к другим темам. В Алтайском крае задержали подозреваемых в сбыте 3 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Ими оказались 42-летний рецидивист и его 39-летняя знакомая. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Правоохранители установили. Злоумышленники приобрели их через интернет, а затем расплатились одной из них в магазине. По факту сбыта поддельных купюр возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт поддельных денег». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаем выпуск. Крещенской купели на речном вокзале в Барнауле не будет. Об этом на расширенном совещании сообщил первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков. Это связано со сложной эпид-обстановкой. Однако главное таинство православного праздника, водосвятный молебен на реке Оби, все же проведут. В краевой столице подготовят 2 площадки на речном вокзале и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. Там построят снежные часовни, а также обустроят места освещения воды. Кроме того, расчистят подъездные пути к местам богослужений. Люди все равно придут, но надо обеспечить. Вот именно выполнение всех требований, которые нам сейчас рекомендует Роспотребнадзор. Вот это важно. По словам специалистов, заболеваемость коронавирусом в крае остается высокой, поэтому обеспечить необходимую дистанцию в раздевалках и банях между желающими окунуться в купель невозможно. Что касается богослужений в храмах, мы дали рекомендации епархии. Ну, во-первых, это необходимо также соблюдать дистанцирование, дезинфекционный режим, потому что мы прекрасно знаем, что прихожан будет много на этот праздник. Добавлю, во втором по крупности городе в крае бийские крещенские купания отменять не будут. Как всегда, купель построят на берегу Бии у коммунального моста. И к новостям культуры. Выставочный зал Барнаульского музея «Город» планируют реконструировать. Такое решение приняли на встрече главы города Вячеслава Франка с членами Союза художников России. Попробовать его сделать все-таки многофункциональным. И вместе с Союзом художников, и еще рядом с творческих компаний, которые сегодня приняли участие в нашей встрече, попробуем проработать правильное техническое задание для проектирования этого зала. Участники встречи заявили, что город нуждается в современном и обновленном творческом пространстве, где художники будут проводить выставки, мастер-классы, приобщать молодежь к изобразительному искусству. Сейчас, в 21 веке, уже существуют новые как бы стандарты выставочных современных площадок, и вот хотелось бы получить именно такой экспозиционный центр в городе. Выставочный зал, который достаточно большой по площади, который находится на красной линии главного проспекта города. И поэтому, конечно, потенциал у этой площадки очень большой. Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Работники средств массовой информации сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День печати. Лучшие журналисты региона стали обладателями премии губернатора за свои публикации в ушедшем году. 13 января работники средств массовой информации отмечают профессиональный праздник – День российской печати. В эту дату в 1703 году по указу Петра I вышел первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Когда вершатся трудовые подвиги, когда происходят, к сожалению, трудные, тяжелые ситуации, порой трагические, всегда представители наших средств массовой информации на своем боевом посту всегда на месте, всегда готовы оперативно, своевременно, достоверно представить жителям края всю подробную информацию о том, что сегодня происходит, чем мы живем, значит, и куда двигаемся дальше. В этом году на премию губернатора за лучшие публикации подали 182 работы. В номинациях «Год науки и технологий», «Люди труда» и «Национальные проекты для тебя». В последней награду получила главный выпускающий редакции тематических программ телеканала «Катунь-24» Елена Хорошавцева. Премию ей принес телемарафон в рамках первой виртуальной ярмарки вакансий в Алтайском крае.
В этом году в Алтайском крае впервые проходила виртуальная ярмарка вакансий. И самое удивительное из этого то, что любой человек, который был заинтересован в поиске той или иной профессии, мог дома с телефона либо с компьютера зайти и посмотреть и поучаствовать в этой самой ярмарке. Задача работников СМИ – рассказывать понятно и доступно о сложном. О сельском хозяйстве, промышленности, политике, экономике и туризме. Этим правилом руководствуется собственный корреспондент телеканала «Катунь-24» Евгений Андреев. Он получил премию в номинации «Люди труда» за репортаж «Бурлинское озеро. История человеческого труда». У нас на Алтае есть прекрасные труженики, прекрасные люди, которые трудятся на благо Алтайского края. Мы рассказали обо всем самом интересном, что нас ждет на Бурлинском озере, когда мы туда приезжаем. Ведь это, опять же, не только труд людей, но это и сфера туризма, куда очень многие пытаются попасть, на это Малиновое озеро, посмотреть на него, ну и, конечно же, удивиться красотой и природой нашего Алтая. Множество обладателей премии из районных газет. Так, заместитель редактора Змеиногорского вестника Сергей Кейбл рассказал, как председатель сельсовета решает проблемы и задачи села Савушки, привлекает в него дополнительное финансирование. Награда далеко не первая, даже у меня не первая, плюс у коллектив у нас неоднократно получал. Сегодня у нас главный редактор в Москве получает в обед премию правительства из рук Мишустина, премьер-министр России. Ну, значение имеет уровень редакции. Мы тем самым показываем и жителям района, и жителям края, что можно добиваться многого в профессии. Кроме премии, губернатор Виктор Томенко также вручил медали за заслуги в труде и почетные грамоты края работникам СМИ региона. Среди награжденных есть и водители, потому что журналистика – командная работа, где важен каждый. Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. Также в Управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края по итогам прошлого года наградили победителей конкурса журналистских работ на тему безопасности дорожного движения. Его проводят совместно с Управлением ГИБДД региона. Конкурс проводится ежегодно. Причем уже и СМИ, и журналисты к этому привычные, они участвуют в этом конкурсе. Кто-то случайно делает работу и отсылает, кто-то уже специально под этот конкурс специально работает. 6 журналистов получили награды. 3 представителя районных газет и 3 электронных СМИ краевой столицы. Среди них и корреспондент нашего телеканала Алина Пинигина с материалом «Тиктокеры на дорогах». В августе прошлого года в городе сотрудники ГИБДД зафиксировали случаи, когда автомобилисты катали пассажиров на крышах своих машин. Задача стояла не просто рассказать об инцидентах, которые уже произошли где и когда, но и показать, что может быть на дорогах Алтайского края, если они будут постоянно повторяться. Также мы буквально провели эксперимент, где показали, наглядно воспроизвели ситуацию с нарушением, потом проконсультировались с медиками и сотрудниками ГИБДД, чтобы дать понимание зрителю, какой ущерб здоровью может быть нанесен. В каждой работе журналистов оценивались оригинальность подачи и творческий подход. Всего жюри конкурса отсмотрели 28 материалов от 17 средств массовой информации. Но только 6 лучших получили награды. Москвичи привезли большую машину, которая будет курсировать по селам, городам Алтайского края и учить детей безопасности на дороге, правилам дорожного движения. Вот об этом был материал, и он выиграл. На дорогах Алтайского края хоть и идет снижение ДТП, но все равно еще, я считаю, недостаточно понимания и взаимного уважения всех участников движения. То есть водители там не пропускают пешеходов, пешеходы переходят на красный или в неположенном месте, и каждый винит другую сторону. При этом, когда гораздо проще начать с себя, ну, тогда, как бы, я считаю, у нас и статистика и улучшится, и ситуация с аварийностью. Материал был как раз вот этому посвящен, теме взаимному уважению всех участников движения. Продолжаем выпуск. Огромных тигров из снега создал Андрей Лунин из села Сычевка Смоленского района. Сначала на улице Школьной появилась белая полутораметровая кошка. Дальше больше. Еще 2 символа Нового года украсили улицу. Папа, тигр и тигренок. На создание первого тигра у снежного скульптора ушла неделя. Каких-то кошек Андрей лепил, других вырезал из уплотненного детьми снега. Затем раскрасил цветным колером, разведенным с водой. Этапами работы над скульптурой Андрей делился в своем профиле в Инстаграме. Подписчикам мастера жаль, что к весне тигры растают. Они просят соорудить их в бетоне или слепить новых тигров и устроить зимний зоопарк. Как сообщает районная газета «Заря», Андрей каждый год украшает территорию возле своего дома и даже всю улицу.
Ну а к этому часу у меня пока все. Итоги сегодняшнего дня, как всегда, ровно в 20:30 на Катунь 24.